Добрый день, дорогие друзья, приветствую в экономике здравого смысла, с вами Ярослав Романчук. Тема сегодня: украинцы наконец-то разлюбили Лукашенко или друзья познаются в беде. 26 апреля социологическая служба рейтинга опубликовала очередные рейтинги, социологический опрос, в котором есть интересные данные. Во-первых, самое интересное — это ответы украинцев на вопрос, согласны ли они с курсом развития страны, правильно ли дорога развивается страна. Сегодня это 80% за и всего лишь 10% не согласны. 80% это практически полный консенсус. Заметьте, что в январе месяце, до начала войны, количество украинцев, которые считали, что страна развивается в неправильном направлении, было 70%. Сегодня 80% за. Беспрецедентная, уникальная консолидация вокруг Зеленского, вокруг вооруженных сил, вокруг общественной идеи быть свободным, демократическим и победить врага. Это настоящая идея, консолидирующая всех. К сожалению, у нас в Беларуси такого нету, потому что страна официально является соагрессором, и с этим тоже нужно считаться. И вот второй вопрос очень интересный касался, как украинцы относятся к разным мировым лидерам. Безусловно, номер один, самое больше симпатии имеет Дуда, президент Польши. К нему наибольшее количество украинцев проявляет симпатии, потому что Польша — страна, которая активно помогает украинцам в войне против России, и оружием помогает, и дипломатически, и информационно, и главное, она приютила более 2 миллионов поляков, 2 миллионов, там даже больше, украинцев, которые приехали временно жить в Польшу, и это реально такая сердечная, дружеская поддержка украинцев, которые попали в беду. Хорошее отношение, безусловно, к Борису Джонсону, который тоже, Англия, Великобритания, взяла на себя роль лидера в оказании помощи Украине. Ну, а можете догадаться, какие лидеры мира являются в самом низу доверия или ненависти украинцев. 99% ненавидит Путина, 99% это абсолютно фигура сатаны, которая не просто является черной меткой, черной фигурой в Украине. Человек, который развязал войну, который навлек беды на миллионы и миллионы украинских семей. Это просто проклятие на годы. И те люди, которые поддерживают Путина, поддерживают рашизм, путинизм, должны это четко себе представлять. Недалеко от него 96% ненавидит, не приемлет, не считает достойным уважения президента, вернее, главу Беларуси Александра Лукашенко. 96%. Заметьте, как за один год всего человек, который имел 70% популярности среди украинцев, опустился на уровень 96% неприятия. Это, по сути дела, дно. Это так поступает тот человек, который управляет страной-соседкой Украины. Как же так могло случиться? А все потому, что человек позволил российским войскам, российским оркам занять свою территорию, из территории атаковать Украину. И вот это сейчас является огромной проблемой, потому что, да, официальный Минск сейчас делает все, чтобы каким-то образом нейтрализовать вот этот очевидные факты, что Беларусь является агрессором. Сделать это очень-очень сложно, потому что факты говорят сами за собой. А пока мы видим российские войска на территории Беларуси, Беларусь останется соагрессором. И это совершенно очевидно. Но смотрите, друзья познаются в беде. Если взять тройку Путин-Лукашенко, это совершенно предсказуемо, то третьим внизу рейтинга популярности среди украинцев является Штайнмайер. Штайнмайер и руководитель, нынешнее руководство Германии, которое тоже топтались постоянно в коридорах Кремля, которые поддерживали кремлевскую повестку дня. И украинцы понимают, да, Германия большая страна, да, она богатая страна, но нужно занимать моральную политику, нужно позицию, нужно четко видеть факты. Если вы идете в фарватере, вдуете в хвост Кремлю, естественно, никакого уважения ни европейцев, ни тем более украинцев не получите. Но самое, друзья, главное начнется после войны. Нет сомнений, что украинцы победят, что Украина победит. Украина, которая сейчас получает самое современное оружие, наконец-то, после 2 месяцев, естественно, будет доминировать на полях сражений в мае, и дай бог, чтобы это как можно быстрее закончилось. Но самое главное остается после того, ведь
причины, по которым 70% симпатизировали Лукашенко, они еще не пересмотрены. Это не только симпатии личного характера, это также и та модель, которая была, тот имидж, который был, когда вот хорошая, сильная рука, колхозы, порядок, чистота, вот, это все было частью той пиар-компании, друзья. И когда вот сегодня украинцы говорят, 80% мы поддерживаем направление, которым развивается страна, это сегодня, потому что есть единение за войну, единение против агрессора, единение за то, чтобы быть свободной, независимой страной. Но когда закончится война, какую экономику строить? Каким курсом идти? Как выстраивать отношения между властью и обществом, между властью и бизнесом? Эти все вопросы сегодня должны уже очень широко обсуждаться, дискутироваться, потому что самое опасное начнется тогда, если, не дай бог, Украина возьмет тот курс, которым она шла после Помаранчевой революции, была прошляпана, профуканная надежда и мечтания, после революции гидности то же самое, после, на самом деле, зеленой революции тоже 2 года был курс в никуда, был курс на огромное государствление, на увеличение доли государства в экономике. И это привело в тупик. И вот как бы так ни было, если вот мы не сделаем все, чтобы Украина развернулась в сторону либеральных решений, в сторону рыночных решений, в сторону тех решений, которые обусловлены наукой, экономической историей и, самое главное, доверием к человеку-предпринимателю, к человеку, к украинцу, который доверяет друг другу на поле сражения, который, будучи производителем и потребителем, будет доверять друг другу. Это самый главный ресурс, которым нужно воспользоваться, который нельзя просто так профукать. И сегодня, пока мы видим, к сожалению, в украинской власти очень мало спроса именно на такое решение. А это единственный выход для того, чтобы 80% доверия к курсу, которым идет страна, сохранилось и через год после войны, когда экономическая, политическая, гражданская свобода будут в одном кулаке. Это решение здравого смысла, это решение науки, это решение истории. И это то, что сделает Украину новым Западом. Спасибо большое. Будьте на канале «Экономика здравого смысла». Подписывайтесь, ставьте лайки. Живи Беларусь и слава Украине!